Привет всем молодым пионерам, пожилым пенсионерам, девочкам и мальчикам. Всем привет. Да, и тебе тоже. Всем привет. Так, поедем. Оу, е, да. Да. Ну, не имей идиотов. Пусть сиджуйся на тусях. Пуси Джуси на тусях. О май пуси, надо писать. Я-я. Да. Так. Илзар 000, Армангейм 000. Дружище, это не так, не так. Ты пишешь мне сообщение в игру, что я такой-такой-то, погнали в этот... Барсик Барсиков, не я сегодня меня пых-пых-пых на Эмиле один в стоке, я такой фу-фу-фу-фу-фу-фа-ха-ха-ха-ха. Артём Загоровский, цыплёнок жареный, цыплёнок пареный, цыплёнок тоже хочет жить, его поймали, арестовали, велели паспорт показать, а он не рассказывал, а всё показывал. Артёма, а да, я люблю поглубже, зайчик. Ну, не имей идиотов. Я Ягуд Вадимар. Достишь, фантастишь. Достишь, фантастишь. О май. Все, у меня уже челюсть аж болит. Хорош. Мы парни серьезные, сами себе в зеркало не улыбаемся. Понятно? Так, все, ловим. Бегунов. Ловим. Бегуны уже все пробежали, у нас тут некому было светить, к сожалению. Шпрот 39, вы слышали о такой собаке Ходырёв? Шпрот 39, привет, дорогой, привет всем, кто присоединяет. Всем здравствуйте, Артёма, всем хорошего настроения. На тюрле. Юрли на тюрле. Ну, не имей идиотов, надо назвать этот стрим. Угораем с тупой херни. Предатор. Точка, у меня яйца пустые. Предатор один, как всегда. Блин, а почему она тебя, брат, на туре не читает, как положено? Барсик Барсиков. Аквариуме у Харитона 4 рака, до 3 тритона забирайте трудовую. Без трудовой трудно трудоустроиться, терминатор и термометр не требуется, а на дворе парад. Я параду рад, выйду на парад, возьму фотоаппарат. Артём М, я её натюрли. Барсик Барсиков, не, а ты любишь пых-пых в попку. Нет. Барсик Барсиков. Я на арте не играю и таким не увлекаюсь, Барс. Ты уж там Артём сам как-нибудь справляйся. На меня точно психушку вызовут. Барсик Барсиков, может, Модеров по-другому читает. Почему Модеров? А что тут, кроме Модеров, вон Артёмку-то читает нормально? Так же читает. Блин, скорб залетел. Да твою дивизию. Ну, не имей идиотов. Может, ей от предатора становится тошно. И она начинает, чуть ли не захлебываясь, читать его текст. И от этого у нее голос меняется. Барсик Барсиков. Не, а ты любишь пёк-чипёк в рот, ахаха. У Барсика все потаённые желания вылезли наружу, ребят. Барсик Барсиков, не гоноскорписто ты, что ты в кустах как попанюх. Артём Загоровский, я и так с ТТ смотри. Я так не думаю. Это ТТ со мной в кустах, а не я. А я с ТТ, кстати. Так что я нормально, никак. Попанюх, я нормально тут. Как нормальный пацан с ТТ-шками стою тут.
рулю. Если ты не заметил, смотри, раз, два. Ты это видишь, нет? Илсор. Давай взвод. Шпро-39. Давай, давай, дружище. Комплекс бога непоколебимое убеждение, которое характеризуется завышенными ощущениями личных способностей, привилегий или непогрешимости. Ну, не имейте. Ну, шпротик своем. Басика возбуждает данный голос. Артем Загоровский. Точка не работает. Точка не работает. Барсик Барсиков. Не. А как ты договорился с преподом? Я ему принес бутылочку коньячка и апельсинчик. Ну, у нас, наверное, было проще. А я сегодня напьюсь. Потеряю. Если, конечно, у вас тому, преподаватель ртовод, то, блин, не завидую, Барсин. Хотя, может быть, ты с ним договоришься? У тебя такие глубокие познания. Кто меня втащил? Я что-то даже пропустил этот момент. А Эмилька? Эмилька где-то? Откуда он меня втащил? Так, кстати, там... Ага, его убивают. А, Эмилька вон аж откуда. Артёма, я уже 10 раз передернул на такой голосок. Барсик Барсиков, а мне коньяк не пропадут, блин. Мне коньяк не продадут. Так попроси батю, блин, что ты в самом деле? Ж, батя, купи мне коньяка, скажи. Не мне, точнее, купи преподу коньяка. Предатор, точка. Причем, ну это один, а так вообще подходил впрямую, спрашивал, а что вам надо? Что вам надо? Вот, ну, обычно я договаривался там что-нибудь отремонтировать Барсик, в классе. Барсиков. Там. Если препод ртовод, куплю ему левшу за 500 рублей и все. Это да. А что, он продается разве? Да я не знаю. Артовод до сих пор по мне ни разу не выстрелил. Я, конечно, в шоке. Артем Загоровский. Я сегодня на ИСУ 152 снес 1309 хп объекту 777. Нормально, нормально, бро. Хорош. Блин, на кого бкануть-то, а? Может здесь... Шпро 39. И ЦУ. О, кстати, кого-то, по-моему, залетело, между прочим. Между прочим. Хотя вряд ли они все вон там светились в разных местах. Ну, не имей идиотов. А я сегодня напьюсь. Потеряюсь в кустах. Я, пожалуй, на гору заеду. А потом блевану и полезу в фонтан. А я сегодня напьюсь. Потеряюсь в кустах. А тому, кто найдет, обязательно дам. Кошмар! Предатор, точка, сегодня я чифуфул, снял БК на 0B268. О, нормальный голос, фух. Жесть. Дэр Мордер, дратутелка нафта. Артем Загоровский, ну я тоже по БК попал. Так, 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 друзья. Момент истины, кстати говоря. Блин, а я отсюда попаду по это по вазунику, а? Сейчас, если по вазунику не попаду, нужно... Ага, надо ехать заниматься этим. Артем Загоровский. Ужас, какой они стих. Ну, не идиотов. Мне бы мой батя 5 поставил. Так. Артема, если бы я имел коня, это был бы номер... Если бы конь имел меня, я бы, наверное, помер. Артем Загоровский, я искать тебя не пойду. Ну, не имни идиотов. Это гимн выпускниц. Это гимн выпускниц. Слушай, все потаенные желания у всех там повылазили ваши все, фу. Шпро 39, Каупиучи, Явачи и Раес, мягкий знак и Ласимино Угаю. Чего? Предатор, точка, раз, два, три, четыре, пять, Настю, мы идем искать, чтобы пломбу ей сорвать. Да ё-моё! Да ё-моё!
Артёма, фу, пошлятина. Как я его технично просто промеж глаз. Ребятки, чтобы все у вас сложилось кайфно, чтобы все было у вас ништяк. Вот, и помните, Нео, значит, Артём, победа. Артём, когда пишешь почту, попробуй без. Давайте, пока-пока. До завтра, ребят. Но он не идет. Пока. Любим тебя. Пока-пока, мой хороший. Будем ждать, но он не идет. Ну, арт, да. Пока тебе тоже хорошего рейса. Спасибо, ребятки, кто не пожадничал лайков. Спасибо. Спасибо. Любим тебя. Пока-пока, мой хороший. Будем ждать, но арт, да. Любим тебя. Пока-пока, мой хороший. Будем ждать Виктора. Алекс Л. Лёха, привет.